Нам больше не до прикола, вот-вот закончится школа. Я не хочу покидать этот класс. Родными стали мы люди, давай прощаться не будем. Замедлим время хотя бы на час. Беру я руку не смело, давно признаться хотела. Не отпускай наши годы, постой. Так не по-взрослому может, еще я мыслю, но все же к лицею я прикипела душой. От грустных дец я заскучаю, по школе вновь помнишь здесь. Сперва любви закипала кровь, точно сумели нам донести, как в этой жизни себя найти. От грустных дец уйти похоже, пришло пора. Пацаны! Пацаны, у нас проблемы. Есть инфа из проверенных источников, что вопросы по ЕГЭ в этом году будут очень сложные. Мы не сдадим. Но есть один способ. Существует организация, которая готовит выпускников к сдаче ЕГЭ на 100 баллов. Так это же какие-то сектанты. Да, но другого выхода у нас нет. Собираем всех. Девчонки сдают мальчонки, сдадут безусловно на 100 баллов ровно. И будет выпускной, выпускной, выпускной. Оттянемся с тобой, с тобой, с тобой. Сдают девчонки, сдают мальчонки, сдадут безусловно на 100 баллов ровно. И будет выпускной, выпускной, выпускной. Оттянемся с тобой, с тобой, с тобой. Сдают девчонки, сдают мальчонки, сдадут безусловно на 100 баллов ровно. И будет выпускной, выпускной, выпускной. Оттянемся с тобой, с тобой, с тобой. Сдают девчонки, сдают мальчонки, сдадут безусловно на 100 баллов ровно. И будет выпускной, выпускной, выпускной. Оттянемся с тобой, с тобой, с тобой. Дальше удача, как же иначе. Начал сдавать твердо на пять. Фуражные ночи, музыку погромче. Пора начинать до утра гулять. Мы закончили ЕГЭ и кроссовки на ноге. Значит, давай, песни включай. Вот улыбка на лице, позади большая цель. Теперь нас зовет новый горизонт. Девчонки, сдают мальчонки, сдадут безусловно на 100 баллов ровно.